Минет, ласки полового члена ртом, встречается как при гетеросексуальных, так и при гомосексуальных половых контактах. К минету женщины прибегают во время предварительных ласк с целью усилить или вызвать эрекцию у партнера, либо в заключительной фазе нормального коитуса с целью предохранения от беременности, а также по просьбе некоторых мужчин, не получающих от обычных форм половой стимуляции необходимой эмоциональной разрядки. Встречаются любители минета с резко выраженными эрогенными зонами в области рта, губы и язык, получающие при минете особенно яркий оргазм и потому отдающие ему предпочтение. Подобное описание минета встречается уже в древнеиндийском тракте Кама-сутра. Согласно литературным данным, в США 52% женщин прибегают к минету, во Франции этот процент еще выше. Отношение к минету при гетеросексуальных контактах у разных людей разное, от полного неприятия его до исключительного предпочтения. Критерием же извращенности или нормальности того или другого сексуального действия является факт одинакового принятия этого действия обоими партнерами. Если минет, как и другие формы ласк, приятен обоим партнерам, то он не считается извращением и никакой коррекции не требует.